Как писать че по-английски? Many people, многие люди can think, могут подумать, that it's a very simple question, что это очень простой вопрос. Но тем не менее, давайте разберем и подробно осветим. Итак, ответ на данный вопрос. Если вам нужно написать английское слово, в котором есть буква че, то напоминаем, что пишется как ch. Да, ch, считается как ch, ch. Итак, примеры. Cheese, сыр. Porch, крыльцо. Cherry, вишня. Cheerful, радостный, веселый. Choice, выбор. Давайте с вами разберем примеры предложений. I like cheese, мне нравится сыр. Далее, porch, крыльцо. I saw her near the porch. Я видел ее около крыльца. Cherry, вишня. Do you like cherries? Вам нравится вишня? Cheerful, радостный, веселый. You are very cheerful. What's the reason? Ты очень веселый. What's the reason? В чем причина? Choice, выбор. It's your choice. Это твой выбор. И также в дополнение, чтобы тема была еще более интересной, мы приведем список часто употребляемых слов в английском языке со звуком «ч». Итак, much – много, such – такой, each – каждый, church – церковь, French – французский, watch – часы, match – much, catch – ловить, touch – касаться, speech – речь, rich – богатый, teach – учить и beach – пляж. Значит, еще раз прочтем. Much, such, each, church, French, watch, match, catch, touch, speech, reach, teach, beach. И разберем некоторые примеры. Например, не прикасайся. Don't touch it. Не прикасайся к этому. Например, она очень богатая. She is very rich. Он может хорошо учить английский. He can teach English well. Я часто смотрю эту программу. I often watch this program. Ты говоришь по-французски? Can you speak French? Я иногда хожу в церковь. I sometimes go to the church. И так далее. То есть, ну, в принципе, самое главное помнить, что CH – это буква Ч, и вот мы с вами разобрали основные слова.